Одна из самых красивых пар Голливуда, похоже, доживает последние совместные деньки. Как утверждают СМИ, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли находятся на грани развода и уже живут отдельно друг от друга. Сейчас я полностью отдаюсь съемкам над картиной «Дэдпул», ведь я уверен, что это новый виток в моей карьере. По словам окружения пары, Райана очень задевает популярность своей возлюбленной. Более того, актер вообще не сторонник того, чтобы его жена была публичным лицом. Ему домохозяйка хочется. Наивный, ведь Блейк, конечно же, сидеть взаперти не планирует. Вот и находится пара в шаге от разрыва.